Hello, друзья! С вами Космик Майнкрафт. И сегодня давайте мы скрафтим. Скрафтили уже айфон. Скрафтили уже гамбургер. А что же еще нам скрафтить? Собственно, нам надо скрафтить командную машину, да? Пошутить. Ну какую командную машину, если это будет в следующем выпуске? Я уже спалил себя. Ну короче, друзья. И давайте приступим. Давайте, собственно, скрафтим наш алмазный сундук. Просто поставим его, и вот так все будет. А алмазного сундука у нас нет. У нас алмазного сундука нет. У нас алмазного сундука нет. Почему он не крафтится? Я объяснял. Сначала надо скрафтить железный сундук. И обложить его вот так. И у нас получается железный сундук. Потом нам надо уже, собственно, взять золото, золото, золото. Железный сундук. И... Аллилуйя! У нас получается, собственно, наш золотой сундук. И смотрите, что... У нас уже в этом сундуке... Да что такое? Почему постоянно, когда я записываю видео, идет гроза? Вот наш золотой сундучок. Вот столько в нем уже слотов. Дальше нам его надо взять и положить. И потом обложить алмазы. А алмазного сундучка-то у нас нет. Алмазного сундучка-то у нас нет. Ква-ва-ва. Пошути. Друзья, на самом деле, надо взять этот сундук золотой и поставить его. И взять из этого сундука вот это. Вот эту штуку. И давайте теперь... У нас теперь есть алмазный сундук, друзья. И давайте посмотрим, сколько в нем слотов. И смотрите, сколько в нем слотов. Давайте я в него помещу все мои алмазы. Хотя давайте так дальше. Угу. Вот так. Вот так нормально. Вот так нормально. И... Все, друзья, смотрите, у нас все заполнено почти. И даже по два почти. И смотрите, сколько у нас много алмазов. И зря это сказал. Ну, короче, вот мы заполнили весь наш сундук нашими алмазами. Алмазами, понимаете, алмазами. Вот это, зачем мы это сделали? Ну, короче, друзья, вот столько мы заполнили алмазов. Это самый громадный сундук. Все. Спасибо, всем пока. Все, до свидания.